Добрый день, друзья! Сегодня мы наконец-то начинаем работу над нашей весенней композицией. И первый урок будет посвящен работе над эскизом. Возможно, это не такая захватывающая часть, как работа с акварелью, однако от эскиза зависит больше половины успеха в акварели. Давайте приступать. Ну что, друзья, начнем, как всегда, со знакомства с материалами. В моем случае это карандаш и клячка из набора Talents Art Creation. Оттуда же кисти двух размеров. Можно еще использовать промежуточный размер. Возможно, будет удобнее какие-то элементы выполнять. Нам понадобится линер. В моем случае это два. Я люблю, когда линии есть и потолще, и потоньше. В принципе, одного может быть вполне достаточно среднего размера. На целлюлозной бумаге я буду показывать выкраски, чтобы определиться с цветами, которые мы будем использовать. И для основной работы я использую 100% хлопок Rembo. Давайте сейчас поближе познакомимся с цветами, которые я буду использовать. Ничего сложного и удивительного в них нет. Спойлер, композицию я уже нарисовала, то есть мы можем ориентироваться на нее. Нарциссы и такая красивая расплывчатая верба. Для того, чтобы нам нарисовать такую композицию, в первую очередь, конечно, нам нужны желтые оттенки. Я буду использовать два желтых, что не совсем типично для моей техники, потому что чаще всего я ограничиваю палитру до одного желтого, но в данном случае нарциссы действительно имеют два оттенка, поэтому и лимонный, и средний желтый нам будут нужны. Конечно же, зеленый. Я с курса по ботанике прикипела к Subgreen от Talents Art Creation, потому что его можно смешивать и с желтыми, и с красными, и с синими, и получать красивые разные оттенки. Даже вот уже с двумя желтыми, вот он уже два разных оттенка получается. Далее, серая пейна. Это сложный, красивый, смесовый оттенок. В классической серой пейне есть синий, и мы его, в принципе, в смеси можем видеть в разливе, синий оттенок. Но как еще мы можем убедиться, что синий там есть, это добавить к серой пейне желтый и посмотреть, что у нас получается какой-то оттенок зеленого. Эту зелень дает именно синий в составе пейна, поэтому я очень часто использую этот цвет. Мы его будем использовать и для вербы, и для того, чтобы оттенить некоторые элементы в листве нарцисса. И чтобы наша палитра была совершенно полной по триаде, я буду использовать Alizarin Crimson. В принципе, подойдет любой красный оттенок. Он нам пригодится, чтобы приглушить зеленый, сделать коричневый оттенок. Соответственно, красным с зеленым вполне получается коричневатый оттенок. Если нам захочется его затемнить, будем использовать еще серую пейна. А также, чтобы оттенить отдельные элементы в цветочках, там, где в какой-то момент нам может понадобиться оранжевый. Вот так будем смешивать и получать, в принципе, весь нужный нам спектр оттенков. Поэтому вот такая ограниченная палитра у нас будет сегодня в уроке. Ну что, пожалуй, мы можем приступать к эскизу. Краски уберите подальше, чтобы случайно не запачкать бумагу. И вспоминаем наше занятие вводное по сеткам. Я ограничиваю вот этот центральный квадрат
сахарный прямоугольник. Всю сетку не рисую, потому что это будет травмировать бумагу, нам это не нужно. И по этой сетке сразу же размечаю свою композицию. Естественно, это все достаточно условно. Мы можем немного сдвигать эту композицию, да, какие-то элементы располагать немного по-другому, отходить от конкретных осей и точек, но в общем и целом наша композиция так или иначе располагается по треугольнику, по трем точкам в этом выделенном нами секторе в прямоугольнике. Итак, я нарисовала три ориентира для цветов. Листья можно будет прорисовывать чуть попозже, потому что не совсем понятно, в какую сторону сейчас, как у меня еще развернутся цветочки. Поэтому я буду начинать с самого крупного. Как мы рисуем нарцисс? Я ограничила овалом точки, в которые должен вписаться вот этот нижний ярус лепестков. Центр, соответственно, не круга, потому что мы смотрим не фронтально, а сверху вниз на цветок, а немного под углом. Центр, соответственно, овала – это центр этого венчика. Венчик у нас приподнят, но он так или иначе сильно развернут к нам, поэтому я рисую еще один эллипс, и это как раз вот этот открытый раструб центрального венчика. Ограничиваю наружную часть, и сейчас я простраиваю центральные прожилки у лепестков. Лепестков у нарцисса 6, из центра наружу. А затем уже будет достаточно просто построить лепестки. У нарцисса есть такая особенность, у него 3 лепестка сверху, 3 снизу. Здесь мне больше нравится, когда изогнуто. Даже можно еще сильнее изогнуть эту прожилку, вот так. Чтобы лепесток был прямо изогнут. Если у вас по какой-то причине лепесток вот тот задний, как-то получается, что он заходит полностью за этот венчик, ничего страшного. Это ваш, скажем, разворот вот этого цветка. Давайте построим третий. Вот у этого лепестка мне все-таки не нравится направление, я его сделаю чуть более развернутым, как будто вот эти две прожилки образуют угол, а я провожу линию, которая ровно пополам этот угол разделит. Это будет более удачно и будет соответствовать центральной симметрии цветка. Короче, чтобы не сильно замучить этот лепесток. Какие здесь еще есть особенности? Кудрявый край у этого венчика. От этих волнистых краешков расходятся волны внутрь, в центр. Это складки этого венчика. И мы здесь видим большое количество личинок, потому что венчик сильно на нас развернут. В каком-то моменте мы здесь видим, как уходит трубочка этого венчика внутрь, но где-то лепестки заслоняют ее. Мы их должны нарисовать сверху. Много вот этих линий, каких-то прожилок рисовать не нужно. Это можно будет все нарисовать линером или в красках. Нам будет достаточно центральной прожилки и буквально пары других линий. Старайтесь, чтобы они не делили все прям ровно-ровно пополам.
И я сразу же вот этот намечающий овал стираю, чтобы было как можно чище на работе. Что у нас дальше происходит? Вот этот цветочек я немножечко опущу. Как я и говорила, направляющая травы нам теперь мешается. На самом деле он тоже рисуется как овал, просто мы видим вот эту вот верхнюю часть. Вау, нет таких выраженных углов. Но есть стеночки этой трубки, их можно нарисовать. А дальше у нас должны быть нарисованы лепестки. Здесь не совсем понятно, и нам, в принципе, не очень важно, что там на самом деле видно. Раскрыт полностью этот цветок, или он еще только распускается. Судя по тому, что венчик полностью раскрыт, он уже явно не бутон. Но мы его можем обозначить достаточно схематично. Деталей нам уже здесь нужно будет гораздо меньше, потому что этот цветок не на переднем плане. Здесь еще что-то желтенькое я нарисую. И на этом все. Нам нужно четко понимать, что вот этот цветок, он главный. Все его линии будут достаточно жесткими. Старайтесь сразу же не делать вот такие вот линии, как я их называю, волосатыми, вот такие прерывистые. Для акварели это не очень хорошо, потом много грязи приходится стирать. Лучше потренироваться на простой бумаге, а потом уверенно четкую линию нарисовать на хлопке. Следующий цветок, он развернут у нас точно так же, но я его нарисую, в принципе, так же, как и на моем образце, несколько короче и ближе к центральному нашему. Может быть, поменьше вот этот венчик сделать. Здесь также несколько лепестков у нас есть. Кудрявый вот этот край. Я бы еще вот здесь добавила каких-то желтеньких штучек. И на этом, пожалуй, стоит остановиться. Более четко сейчас прорисую вот этот край. Тоже покажу несколько складочек. Они красивый эффект создают на лепестках. Лишние вот эти прожилки я стираю, потому что на этом цветке их видно не будет. И теперь мы понимаем, что нам нужно заполнять оставшееся пространство. Сейчас композиция тянет немного вправо, нам ее нужно уравновешивать. Листочек. Здесь будет верба. Я ее не прорисовываю прямо досконально, потому что эти пушистики нельзя ограничивать карандашом. Схематично просто, где они теоретически могут быть. Акварель сама нам потом все это дело продиктует и сама поплывет туда, куда ей нужно. Я бы еще на самом деле вот здесь ее сделала. И сейчас вот опять рука просит вот так посередине нарисовать вот эту ветку. Не поддаемся и отделяем немного. У вербы есть вот такие коричневые чешуйки иногда. Чешуйки можно прорисовать, они будут с жестким краем, поэтому их точно можно прорисовывать достаточно понятно. Так, сюда листик нам точно понадобится. Я его рисую в эту сторону, чтобы немного закрыть композицию с этой стороны, то есть будет такая длинная зеленая линия, которая закрывает и уравновешивает композицию.
В эту сторону нам, конечно, сейчас нужно побольше и зелени, и вербы. Давайте подумаем. Направляющие свои стираю. Даже вот этот лист, наверное, я сотру, потому что здесь верба у нас пойдет вот так. Не забываем, что если какие-то растения с древесными стеблями и другими элементами, не нужно их рисовать такими изогнутыми. Древесные, они твердые, плотные, и, соответственно, изгибаться они не будут. Это нужно понимать. Давайте здесь все-таки нарисуем лист, который будет пересекать вербу. Так. А здесь побольше вот этих пушистиков я обозначу. Здесь тоже будут эти пушистики. Да, вот здесь тоже неплохо. Сейчас у меня все ушло немножко, опять же, все же в бок, поэтому я еще вот сюда подлиннее сделаю зелень. Вербу здесь крупнее, и даже, возможно, вот сюда еще одну ветку мы сейчас выведем, вот так вот, крупно. Я ее пока рисую достаточно ярко и понятно, но перед началом работы в цвете я ее постараюсь ослабить и стереть. Не совсем так, все-таки она чуть-чуть должна быть под углом. И вот эти пушистики, может быть, даже еще вот здесь вот одну веточку с пушистиками. Вот примерно вот так. То есть я немного заполнила пространство слева вверх, и композиция уже немного выравнивается. Плюс мы еще набрызгаем сюда вот таких красивых деталей, и все еще немного выровняется. Несколько ножек нарцисса. Если мы помним, как выглядит ножка нарцисса, у нее есть такие вот интересные коленца, которые игнорировать точно не нужно. С этими линиями нужно разобраться более четко, какая какую пересекает, какая на переднем плане, какая на заднем, потому что в акварели это будет практически невозможно. И перед тем, как начать работать в цвете, мы немного ослабляем клячкой наш рисунок. Я его совсем светлым делать не буду, чтобы вам было видно. Но вы постарайтесь сделать максимально светлым рисунок, потому что все-таки и вот эти пушистые элементы вербы, и нарциссы, они очень светлые, и грязь нам абсолютно не нужна. Примерно в таком формате. Я надеюсь, что ваши эскизы получились четкими, опрятными, аккуратными. Все линии вам понятны, нет никаких лишних черточек и элементов. И если это так, то вы готовы начинать работу в цвете. И я жду вас на следующем уроке Stalin's Art Creation.